едем с Дворцов. Нашли тут лужицу прикольную со льдом. Так, хорошо пошла. На заднем приводе на заварке тоже едет. Нива едет везде. Даже на задке. Зеркало. Страдала маленько. И твоя нервная система, да? Ну, перед тем, как я поехал, да, она страдала. Сейчас все-таки как бы и нормально набор. Ну, в эту сторону посложнее, потому что разгончика нет, да? Ну, тут без разгона. Что-то было страшно как-то поначалу. Снимаем, как машина поедет. Мазда. Джип. Это Мазда, не знаю, пикап, не помню какой. Ну, как бы едет нормально, уверенно. Причем спокойно. Ну да, там есть глубина. Нормально. Вот опять после езды решили порегулировать карбюратор. Вот в чем плюс большой регулировки Соликса, когда я говорил, нужно просверлить отверстие, не помню, на 6 или на сколько. Вот здесь вот. То есть жиглеры все в общей доступности. Берем вот такую деревянную штучку и вытаскиваем, спокойно извлекаем. И меняем воздушный, топливный. Ну, для топливного сделал вот такую отверточку специальную, тоненькую. Тоже вот его раз, как раз чик. Все, он пошел. И вот так вот таким образом меняются жиглеры, и машина настраивается именно под каждую машину ты настраиваешь, чтобы она ездила нормально. Уже эту операцию я проводил множество раз. А если бы не было бы этих дыр, отверстий просверленных, то пришлось бы снимать вот эту всю верхнюю часть и доставать жиклеры, что совсем неудобно. Все. Вот на заднем приводе решили попробовать горку, которую на полном приводе когда-то боялись. Но редуктор у нас заварной. Спокойненько она заезжает, хоть и там большие диагоналки. Чуть в дерево не скатился. Ой, у Коли страха полные штаны. Ну а что ты хотел? Взял Ниву. Значит, езжай. Спокойненько. Вообще. Не напрягайся. Отмерзла вся Нива. Накатались.
поехать.